И сейчас на сцену готовятся выйти необычные девушки, от которых просто глаз не оторвать. Их энергия может освещать целые города. Они прекрасные, активные, полные жизни женщины. Я тогда, если честно, чуть прям не расплакался. Нынче бабушки на джипах, в сумочках айпады зажигают на тусовках бабушки как надо. Буквально в дни старта подготовки проекта «Central Lodges Go Town» трагически скончалась моя мама. Ей должно было исполниться 68. Для меня это особая история. Мы стараемся тоже быть на солнечной стороне жизни. Поэтому собрались мы, задорные ожешки. Мы не стоим в сторонке. Танцевать всем нравится. Мы уже вкусили свою первую минуту славы. Хотим вторую минуту, поэтому стараемся. Скажите, пожалуйста, откуда вы берете столько энергии, столько драйва? Откуда у вас столько? Из жизни, и нам дают энергию внуки и правнуки наши. Вот так вот, господа. Вы сделали то, что обещали нам во время судейских прослушиваний. Вы довели синхронность танца, вы ставили точки, вы были еще более энергичны, чем
во время судейских прослушиваний. Я уж не говорю о прекрасных костюмах, они вам очень идут. Спасибо за вашу подготовку. Спасибо большое, Асыл Әже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.